Приветик, мои котики! Сегодня мы с вами готовим десерт фантазия. Фантазия, потому что я сама его придумала. Десерт из клубники. Сейчас первым делом мы замачиваем желатин. Все, что я буду использовать для приготовления, я напишу под видео в описании. Начинаем. Сразу замачиваем желатин. В кипяченой водичке немного. Пускай он набухает, пока мы занимаемся начинкой и ягодами. Все, откладываем это в сторону. Сметану берем. Здесь у меня 15%, там 20%, но это ничего страшного. Мы сейчас сделаем из нее крем. Крем-основу. Посолим. Добавим сахар по вкусу. Добавлю вот 1,5 ложки. Ладно, 2. Вот так вот. И хочу добавить ложку какао, потому что это будет у нас клубнично-сметанная такая. Даже не знаю, как сказать. Вот придумаю и скажу, что такое клубнично-сметанно-шоколадное. 1 ложки достаточно. Готово. Займемся нашей клубникой. Надо ее порезать. Вода у меня тут стекло. Порезать красиво. Все, что некрасиво, срезать. Обязательно, чтобы были вот такие ломтики. Они могут быть не все, но чтобы такие тоже присутствовали, как лепестки. Порежу я щелчком. Все. Вот пупочки. Их выкидываем. На плиту поставила маленькую кастрюльку. Она сейчас закипит. В ней я буду растапливать наш желатин. Но это попозже. Сейчас мы выложим в нашу форму клубнику. Чтобы верхушка была красивая, я хочу разложить вот так вот как-нибудь, чтобы когда мы вытащили, было все очень-очень красиво. Остальное просто внутрь, а это вот как-нибудь вот так вот мы сделаем. Но готово у нас будет это только завтра. Я все это уберу в холодильник. Возможно, конечно, и к вечеру застынет. Ну, что-то я не знаю, все, я так спешу, спешу все куда-то. Можно и обождать, в принципе. Ничего страшного. Ну, вот так. Это у нас будет верхушка. Такая. Остальное внутрь. Так, у нас тут уже подтапливается, да? Ты как-то не учла. Не знаю, так вот нормально будет. И желатина, наверное, очень много. Я буду использовать только половину, иначе у меня все резиновое станет. Сейчас я его подрастоплю. Так вот, аккуратно. Все растопилось уже. Сильно не надо нагревать. Сейчас мы добавим это в нашу творожную, точнее не творожную, а сметано-шоколадную массу. Это выключаем. Так, я все-таки добавлю половину, иначе будет сплошная резина. Все, с этим я не знаю, что делать, пока отложу. Может быть, что-то придумаю еще. И аккуратно вмешиваем, все перемешиваем, чтобы у нас равномерно все распределилось.
Ну, не знаю, как лучше. Давайте частично сейчас вот это покроем, чтобы у нас верхушка закрепилась. Остальное вот так. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник до завтра. А завтра мы посмотрим, что у нас получилось. Надеюсь, он у нас выйдет из формы. Но это уже будет завтра. Ну что, мои сладкие козики, как вы думаете, какой сегодня день? Правильно, день все тот же. Мы с мужем тут так подумали, очень уж хочется сегодня съесть эту клубничную фантазию. Поэтому сейчас вечер уже, так что все-таки как-никак, но простоял, часов 6 точно. Правда, я потрогала, ну и уж точно, мне кажется, ничего не выйдет. Сейчас я поставила чайник, у нас будет кипяток, мы зальем, чтобы оно как бы расплавилось немного. В общем, сейчас сами все видите, мы попытаемся вытащить нашу клубничную фантазию. Надеюсь, что получится. Вот так вот я ее поставила в тарелку, потому что вот в эту тарелку я сейчас налью кипяток, чтобы подплавились вот эти все края. Сейчас я вот так вот сделаю, но кипятка не надо. Ну, знаете, что-то мне кажется, у нас не получится задуманного. Посмотрим, подожду, наверное, минут 5 и потом попробую выложить. То есть, если что, и так можно поесть ложкой. Ну что, мне кажется, пора рискнуть. Сколько оно тут еще будет стоять? Так, вынимаем. Сейчас уберу. Сделала так и резко перевернем. Я сомневаюсь, что у нас что-то получится, но попробуем. Получилось, смотрите, у нас почти все получилось. Как здорово. Конечно, немного не то, что я представляла. Видите, все равно что-то осталось. Но у нас получилось. Конечно, не хватает творога, видимо. Крепости не хватает. Но она очень нежная. Прям шоколадное такое. Прям десерт вообще. Такой. Слушайте, нам прям повезло, что у нас так он вышел красиво, потому что очень мягкий желатин не помог. Знаете, есть такие продукты, например, киви. Киви желатин не схватывает. Ну, зато это вкусно. Пробуем. Ну, мы как любители вкусно покушать, все равно это оценим. Потому что все-таки это клубника, это сметанка и какао. И все равно очень вкусно. Ну, рецепт, конечно, надо доработать. Видимо, творог надо положить сюда. Все равно очень вкусно получилось. Ну, сейчас и съедим это все дело. Ну, а на этом все, дорогие мои. Подписывайтесь на канал. Нажимайте кнопочку подписаться под видео. Ставьте лайк, если вам видео понравилось. Комментируйте. Ну а на это все. Всем пока-пока!